Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня ужин. Солнце опять лупит. Я не закрыла шторку. Пёрышки. Значит, я сделала это самое. Ну, это я так рецепт увидела сегодня. Значит, красиво, аппетитно смотрится. Вот. В общем, короче, здесь даже молочное видно. Ну, не видно. Видите, что творится. Лупит, как всегда, опять солнце. Это самое. Лук. Обжарила я слегка до прозрачности пассеровала. Туда сосисочки, конечно, надо бы колбаску соломочкой, какая-то к перышкам. Вот, она так покрасивее было бы. Пассеровала, значит, лук, сосиски. Отварила отдельно перышки на дуршлаге. Туда, значит, лучочек с сосисками. Все. И сливки жирненькие сюда налить. Ну, если нет сливков, мне кажется, можно молоко. Я вот молочка налила. Немножко молочка налила. Ну, сколько? 2 грамма, ну, может быть, 100. Налила молочка. Вот. И все это перемешала, поперчила. Ну, естественно, добавила я еще свой перец болгарочный. Для красоты добавила. Все это я перемешала. Он оттаял у меня. Перчик. Все нормально. Приятного аппетита. Огурчики добавила. У меня в прошлый раз, вчера я делала мукбанг. У меня тоже были огурчики. Просто солнце лупило, и не видно было их. Но она делала спагетти. Но у меня спагетти, друзья, закончились. Я решила вот эти перышки. Ну, я думаю. Я думаю, с перышками будет лучше. Туда-сюда, туда-сюда, Томас. Он у меня на улице гулял. Я готовила, и он там со мной в кухне сидел. Я сюда ем, сюда хвостик. Ой. Жарковато у нас, не знаю, сколько градусов. Для нас вот это 29-28, это не жара, это нормальная погода. Как я вам уже говорила, у нас все лето 45-47. Ад, друзья, ад. Вот мы до самой ночи мы сидим дома, вот в 8 часов вечера я только выхожу со шлангом поливать. Ад, невозможно выйти. Пекло ужасное. А 28 это мы отдыхаем при такой температуре. Вот так у нас в Волгограде. Шпарит. Но не знаю, как в этом году будет. Помидорчики я не посадила. Завтра поеду за помидорами. Я хотела яичек подсобрать. Думаю, яички продам. А на эти деньги куплю помидоры. Я и в прошлом году так делала. Яйца продаю, а на эти денежки покупаю помидоры, рассаду. Ну, у меня там всего 30 яиц. 30 штук всего-навсего. Ну, хоть 30 продам.
Грядки сегодня полола. Подготавливала. Под рассаду. Я что же сделала же грядки? Подготовила, все. А дожди вот эти шпарили, перли. Травища, на ура. Улыбалась, росла в грядках. Ой. Отдыхать некогда летом. А там георгины у меня уже проклюнулись. Эти. Как их называют-то? Клубни, клубни. У меня много георгин. Надо будет тоже грядку подготовить, сажать. А космеина взошло. Это целое поле. А столько портулаков зашло. Ой! Тут же у меня клумба в прошлом году шикарная была. И это же все осыпалось, семена. Ой, глянь, один не доел, я говорю, я сберу второй. Ой! Сейчас скажет кто-нибудь со своими приметами. Ой, кто-то голодный. Ну, ой, как в ТикТоке друзья хают, кто ест на камеру. А там женщина одна есть. Кто не знает, зайдите в ТикТок. Лариса. Здоровая такая бабень. Но она и работает. Она и пашет, будь здоров, на работе вкалывает дворником. И она всегда готовит много. Ну, физический труд. Надо думать, жрать-то надо. А то с метлой где-нибудь упадешь. Так ведь? И вот она... Полный стол у нее всегда, молодец. Готовит хорошо. И вот она, значит, садится, у нее полная чашка борща. Но она, знаете, она подражает Ирину. Костылеву, что ли, или Коростылева, вот эта Ирина. С ТикТока. Вот она ее подражает. И вот все ее... Значит, хотят ее забанить. Вот ты подражаешь Коростылевой. По ее жрешь, по ее все делаешь. Друзья, ну если я сегодня, например, макароны съела, огурчики и сосисечки и перчик у меня красненький, а завтра другая мукбанкер. Ну, моя же подписчица, ей это понравилось. А завтра, к примеру, она сделает. Но это же не значит, что... Кто-то кого-то перенимает, правильно же? Лариса. Как же фамилия? Макроусова. Во, зайдите. Ну, она хорошая женщина. Трудяга. Вот ты много жрешь. Ну, иди ты поработай, к примеру, с кувалдой. Или с метлой целый день дворником погреби. А особенно, когда зимой. Лед, вот этот снег. Если она налила себе полную чашку борща, хорошего такого борща, сметану положила, две, а то и три ложки. Да она специально для камеры вот это делает. Ну, как бы, чем смачней... Сами понимаете, кто мукбангер. Кто мукбангер, да? Чем смачь стол,
такой сметаночки побольше, да, да в прихлебочку аж, как говорится, да, завлекает зрителя. Вот. Вот она, значит, чашка-то здоровая, борща. Но она специально на камеру поставила такую чашку. Она, может быть, вне камеры и не съест столько. Вот она, значит, 3 ложки борща съест, как Коростылева. Колбаса у нее, значит, она отрезает. А тут колбасу она, значит, 2 раза укусила колбасу и 3 ложки съела. Там такие комментарии. Да ты жрешь тазиками, да ты жрешь ведрами. Боже мой, друзья, на камеру съела 2 ложки борща и 2 раза укусила колбасу. Там уже написали, ты жрешь ведрами. Ну вы откуда знаете, сколько человек ест? В общем, лишь бы обосрать человека. А вот она на стрим выходила. Долго мы с ней общались, и другие люди с ней общались. Она прекрасная, нормальная женщина. Вот там такие комментарии прут. Ой, мама родная. Короче говоря, мир дурдом. Вот если у кого-то побогаче стол, пошикарней, пожирнее сметана на столе и колбаса подороже, все, они готовы этого человека съесть от зависти. Это только всего от зависти. Лариса Макроусова. Усы мокрые. Если кто не запомнит. Мокрые усы. Мне она нравится. И она еще садится на камеру. Ну что, пожрем? Начинает. Да она просто, она специально это так делает. А те по ту сторону экрана аж ссут дугой. Это вообще, а? Вот ты Коростылеву это самое пародируешь. Да какое твое дело, пародируй ты. Роллы там едят мукбангеры. Чуть ли не через одну едят. Каждая. Глянешь роллы, роллы, роллы. И что теперь? Тоже надо всяко сучить. Вот ты его пародируешь. А китайцы как едят? Там некоторые каналы глянешь, я столько каналов китайских посмотрелась. Во! Там такие трэши, там так жгут, это вообще. А какие у них просмотры высокие. Наш русский Ваня, как говорится, ну не знаю, или может быть он еще не адаптировался к камере, к этому интернету. Как дикари выходят и начинают критиковать. Вот натуральные дикари. В Европе, за границей это принято, это в порядке вещей. Чем такой ты, как говорится, контент делаешь, там хлюпаешь, чавкаешь, тем больше тебе комментарии летят. Это же тебе плюс, что дизлайки, что лайки. Они просто не понимают, зрители по ту сторону экрана. И вот она говорит, дизлайки и хотят забанить мой канал. Она говорит,
которые без профиля нету, ничего нету, ни канала у них, ни видео, ничего нету. Просто вот сидят левые зрители. Но есть, я считаю, артистизм, если в тебе есть, ты умеешь как артистка, как Крамаров или там как кто-то выступать. Вот как и некоторые, да, друзья, вот ТикТок смотришь, вот муж с женой, чернявенький он такой, на армянечке похож муж. Там кадр номер один, я над ним, по-русски сказать, не к столу сказано, обсываюсь над ним. Вот приколист, да, а жена его снимает, она такая у нее коротенькая такая стрижечка беленькая. Коротко-коротко, мини, как она, пикси, что ли, вот это вот. Жена у него хорошенькая тоже. Если ей в этой роли удобно находиться, ей нормально снимать такой контент, почему бы и нет? Вот Коростылева, или там Костылева Ирина. Да, может быть, Ирина тоже у кого-нибудь сняла. Вот прям, кроме больше Ирины, нету никого. Она, может быть, тоже от кого-то сняла такой метод поедания, правильно же? Мы откуда знаем? Ну, наверное, Коростылева, она у нас одна такая. На весь ТикТок. Так она же еще в Ютубе, у нее канал. Она на канале в Ютубе такие же точно снимает. Но это она, наверное, оттуда перекачивает ТикТок. Свои ролики. Но, наверное, она одна у нас такая. Аж видите? На модный приговор ее пригласили. Так же, как и нашу Инну Судакову. Пригласили. Так что вот так. Видимо, она одна такая, с таким контентом. Ирка. Ой, друзья, наелась, не могу, аж на лезе. Вот правда. Вот граммочка остается, я прям запихиваю в себя. Но я сегодня, можно сказать, ничего и не ела. Так, набегами, перекусами зайду, чаечек налью. Кусочек хлеба, и у меня вот этот вот в магните я беру паштет за 19 рублей. Вкусный, печеночный, мне он так нравится. Маленькие вот эти вот. Закрученные. Мне он нравится, вкусный паштет. На хлебушек раз. С чайком второй кусочек, третий. И как-то закусила. Дальше иду работать. Как-то вот и не ела. В общем, вот так. 19 минут наговорила. В общем, посмотрите, Ларису Макроусова. Не знаю, мне она нравится. Но она такая, какая она есть. Баба-трудяга. Пашет, как трактор. Одна живет, она с мужем, она, по-моему, разошлась. С сыном живет. На этом все, друзья. Может, кто-то не знает, познакомитесь с ней. А кому-то, может быть, она и понравится. Мне вот, например, она понравилась. Я на нее подписалась. Пока, друзья.